Семьям с детьми Владимир Путин пообещал новые выплаты. Речь о россиянах с невысокими доходами, с детьми в возрасте от 8 до 16 лет. Как пояснили в Минтруда, суммы выплаты составят 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе. В среднем по стране это от 6 до 12 тысяч рублей. О новой выплате лично объявил Владимир Путин, выступая с праздничным обращением к женщинам. Президент подчеркнул, что государство будет делать все для поддержания семьи. Это его безусловный приоритет. На пособие смогут рассчитывать те семьи, где средний душевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Базовый размер составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если при назначении такого пособия среднедушевые доходы семьи останутся ниже прожиточного минимума, то размер выплаты повысят до 75 или 100%. На эти цели будет выделено 455 миллиардов рублей. Добавлю, что в Красноярском крае в этом году прожиточный минимум для детей составляет 14 645 рублей. Считаю, что мы должны принять новое решение. Установить выплаты на детей от 8 до 16 лет, включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами. Поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае.